Чувашском государственном университете дошли до точки кипения. Так называется новый центр для совместной работы студентов. Его открыли на базе экономического факультета. Точка кипения – это коворкинг-центр, с английского co-working, совместно работающий. Он представляет из себя виртуальное сетевое пространство для коллективной работы студентов, школьников, ученых и представителей бизнеса, а также вполне реальное пространство, аудиторию для мероприятий вне сети, семинаров, лекций, тренингов. Молодые люди, у которых есть проекты, смогут найти здесь единомышленников, получить помощь в реализации идеи и услышать мнение экспертов. Подобные университетские точки кипения есть уже в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Омске, Новосибирске, Череповце и других городах. Делается это в рамках национальной технологической инициативы в программе по развитию в нашей стране перспективных отраслей. Предполагается, что центры объединятся в единую сеть. Что касается точки кипения при ЧГУ имени Ульянова, на ближайший год уже запланировано порядка 200 мероприятий.